Привет всем! Ну что, продолжаем стример дейли. Давайте. Возвращаемся в игру. Записываю две серии подряд. Давайте, давайте, давайте. Включим, включаем, смотрим, что там. У нас на работу только на следующий день, получается, надо будет идти. То есть у нас еще есть целые сутки. Можно что-нибудь подстримить, получается, да? Мы заказали в прошлой серии детали, мы заказали видеокарту, по-моему, и заказали жесткий диск. Стратеджи, history. Давай стратеджи. Поиграем в стратегию. А, опять эта фигня с числами. Так, вот так. Что-то такое делаем. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так собираем. Тут, конечно, прикольно было бы, если бы... Если бы хотя бы по одной цифре как-то двигалось. Заход. Так, вот так. Сверху давайте добавим. Тот вы учитель математики. Ой, братан, чтоб я его помнил бы. Его имя. Чё там, зрители? Зрители приходят. Вот так. Вот так. 8, 8, 16, 32. Это 428. Блять. Вот так, вот так, вот так. Сокращаем, сокращаем. Кто там? Мои упражнения выглядят как у тебя. Ну, круто. На самом деле ничего тут сложного в этой игре нету. Вы получили донат с большим количеством мата. Вы хотите, чтобы он ругался еще больше, вы получите пожертвование в $200, но ваша репутация снизится на 10%. На ринг того, кто ругался на тебя, репутация увеличится на 15%. Хм. Да нахрена ругаться, блин, не надо. Давай репутацию, блин, качнем. Деньги, это, конечно, все хорошо, но, блин, всех денег в мире не заработаешь. Так что, блин, давайте хотя бы вести себя прилично, блин. Ты понимаешь, упри, блин, то, что у тебя есть бабло, блин, еще не делает тебя, блин, там каким-то... Все-таки это мой стрим, все-таки я тут хозяин, как говорится. Так. И решать, соответственно, мне. Так, ёлки-палки. Мой любимый стример онлайн. Привет, как дела? Да нормально, вот стримлю тут потихоньку. Все отлично, все замечательно. Цифры складываю, собираю большие числа из этого. Пытаюсь, по крайней мере. Вот так. Блин. И вот так, вот так. Вот так, вот так. Несложная игруха. Вообще несложная, я бы сказал бы. Так, ну у нас, по идее, скоро энергия уже будет заканчиваться. Так что надо будет это... Отлично, фолловеров 44, но у меня, короче, стримить, когда ваша сытость. У меня сытость, я проголодался. Сейчас пацаны пожрут, схожу, блин, и запущу, продолжу стрим. Да знаю, что там будет изнашиваться. Давай, сытость, сытость похавать.
Энергии немного. Блин, ладно, давай, короче, компьютер выключу, я посплю немного. Тю-тю-тюнь-тю-тю-тюнь. Так. Восполнить энергию. Спать. На 45. А, давай лишний часик, чтобы он потом был у нас на эту. Просто перед работой потом поедим, там, в принципе, там все сделаем, все, что надо. Когда там мои покупки, блин, придут? Инвентарь. А, два дня до доставки, я понял. Все эти ненужные коробки, я думаю, тоже поскладываю потом куда-нибудь вот так вот. И лишнее, в принципе, кстати, давайте посмотрим, может, как-то лишнее можно продать. Изи браузер, фриланс, тиннер. Подожди. Выйти. Выйти. Инвентарь. Имущество. А тут мое имущество, да? Лишнее, в принципе. Ладно, оперативка мне пока нужна. Что мне не надо? Так это. Это процессор. Вот, старая motherboard, да, как говорится. Положить в инвентарь, мне не нужна она. Инвентарь. А там 9 баксов, ну, тоже. Как говорится, ничего. Хотел посмотреть, кстати, что у меня за микрофон такой. Что-то такое. B5 мех RV 5566 RV. Да? B5 мех. Давай посмотрим, что это за микрофон такой. Может, что получше есть. Микрофоны. 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 Тут что-то так прям модель, название не написано. И описания тоже нету, да? Ладно, что получается? Запускаем дальше ABS, блин, и стримим. Спорт. Давай его спорт поиграем немного. Пафа. Пафа. Фифа. 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 Аллилуйя. Пафа Фия. Аллилуйя. Давай, запускаем стрим. А, ебать, я понял. А мне прям все надо выбивать, да? Окей, понял. Ну, FIFA, кстати, прикольно играется. Так, мне надо еще на чат отвечать. Мне, короче, срочно нужно модератор. Мне срочно нужен модератор, чтобы мог помогать мне отвечать на сообщения, чтобы я не отвлекался от игры и мог бы он за меня это все делать. Стил, ты видел, какой стил? Показываю. Блин. Давай. Стилуха пошла, стилуха прет. Вот так, закрученный, закрученный. Знаменитый крученый. Ну, это такой, это специально был так расчет. Ты понял, как надо? Ученый знаменитый. Разгоняем. Ага. Оба. То есть количество зрителей максимум 21. Повысилось все. Так, а время сверху, я так понимаю, это которое сейчас типа идет. Но нам нужно еще рассчитать. У нас 12 часов дня, короче, работа. Надо будет обязательно еще на работу сходить. Не забыть. Белл звонит. Кстати, открыть дверь. А, Белл это типа как Беллон. Дверной звонок, короче. Дверной звонок. Кстати, открыть дверь. Твой сосед принес тебе еду. Ваша сытость увеличится на 25.
меня сытости пока хватает. Твой зритель купит подписки, вы можете превысить максимум число подписок. Не может быть больше 10 ваших процентов зрителей. Давай его подписчика себе, блин. Хавки у меня хватает, блин. Ну потом без проблем похаваем, в принципе, это ничего страшного. Вообще, неважно, что он там, блин, принес, блин, сосед там, не сосед, блин, похавать, не похавать. Ну, типа, его кто-то просил, ну, как бы, спасибо тебе за заботу, блин, добрый человек, но... Ну, типа, блин, я тут занят, и как бы не рассчитывал на то, что ты придешь, понимаешь, и принесешь похавать. То есть, ни договора, ничего, блин, а еще есть такое, что, типа, незваный гость хуже татарина, блин, как бы тоже. Блин, надо как-то его закрутить, этот шарик. Вот так вот. Блин, тоже не попал. А вот так попадешь? Черт подери, вот так вот. Ага. Давай, у нас почти максимальное количество очков. Ты видел, какое комбо выдал? Вообще, FIFA теперь это наш любимый жанр в этой игре. Не верю, ты видел это? Да. У меня зрителей 26. Что-то подписчиков, конечно, не особо много. Но фолловеры растут. А, типа, мне забили. Я понял. Блять, 6-9. Я немного подсливаю, но... Давай, 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 надо выиграть. Напряглись и выиграли. Ну, счет главный у нас хороший. Стрим выключился. Позвонить вашему интернет-провайдеру, потерять 50 долларов, проверить на сколько БС. Пройдешь 60 минут. Ты хрен с ним. Блин, отвлекся. Блин, мне срочно нужен модератор. Ну счет у нас почти максимальный, слышишь? Когда стрим начался? Ой, братан, по-моему, мы где-то в 12 ночи начинали. То есть стрим, по-моему, уже таких 6 часов добрых идет. Еще, короче, минутка стрима у нас будет. Я жду твой стрим каждый день. Ну, я вроде как стримлю тут каждый день, получается. И чтобы оно еще в жизни так радужно все было, а? Да что-то у меня все не выходит, а? Но. Подключайтесь, извините. Да, пожалуйста. Пожалуйста, иди отдыхай, если есть дела какие-то важные. Конечно, дорогой мой. Приходи в следующий раз, приходи в следующий стрим. Будем ждать. Скучно. Какое скучно? Посмотри, какой счет, блин. 836 очков. Ну, скучно ему. Скучно ему, понимаешь ли. Выйдешь на меня? И зачем тут за тебя выходить? Вот, найди. Красивую девчонку. Пускай она от тебя выходит. Зачем тебе я? Стример. Если бы он мог стать кем-то там животным. Так, ну, 500 фолловеров. Окей, подписчиков 1. Фолловеров 351. Окей, ну FIFA пока рулит. FIFA пока рулит. Да, блин. Давай выключим компьютер, пока у нас очко навыков. Чтоб такого сделать, а?
Харизма увеличивает шанс получить подписчиков на 1%. Модератор. Модератора хочу. Я хочу модератора. Сытость надо. Пойдем похаваем немного. Блять, какая хата? Господи, боже мой. Энергия, блин. Еще надо. Так, энергия. Так, энергия, энергия, энергия. Спать. Ну, 2 часа копануть. Все, и давай идем на работу. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Прибавили немного себе в деньгах. Кстати, что там насчет переезда в свой дом? Сколько у меня осталось? Подписчики 1, фолловер 876. Да, не могу я пока себе качество стрима поднять, чтобы больше зарабатывать. Но я прокачиваюсь, я иду к успеху. Я иду к успеху. Давай АБС. Давай опять же спорт. Hello World. Фа-фа. Фифа. Парт 2. Бай за зепу. Давай. Да-да-да, знаю правила этой игры ваши. Ага. Продолжаем набирать людей к себе. Фолловеры. Подписчики. Блин, тут так, как смотрю, по-жесткому прям вообще стримить. Да выбить уже эту последнюю, блин, синюю фигню. Вот так вот. Як? Ага, прям четенько заслал. Прям сверхтушечки. Как ты? Это нормально, нормально, братан, нормально. А ты как? О, стримлю, блин, футболец играем, FIFA. Простите, фа-фа игра называется, фа-фа. Привет. Привет, Фагер Дейс. А у тебя как дела? Все нормально у вас там, ребята? Я тут немножко бы зрителей, подписчиков поднять, так что это, там, подписывайтесь там. Подписывайтесь, смотрите, друзьям рассказывайте, зовите их. Соберете тут всей большой компашкой. Будем вместе играть в фифу. Фафу. Как я мог забыть, это ж фафа, а не фифа. Это вам не фифа, это фафа. Знаменитая игра от болгарских разработчиков. Вот, забивается, голы забиваются. Все четенько. Ты играешь неправильно? Ну как это? Ну смотри, ты должен пропускать обязательно мяч. Как это неправильно? Давай поиграем в Мартич. Расскажи, что это Мартич. И я подумаю, поиграем ли мы в него. О, смотри, прямой наводкой прям попал. Видел, как надо. Короче, FIFA это пока наш фаворит. Фафа. Омегалул. Вы пернули на стриме. Пустил что-то нашего, с тем не бывает. Отрицать это, ваша репутация уменьшится на 10%, но к вам зайдет из зрителей. Продолжите смеяться над этим. Ваша репутация увеличится на 10%.
Репутация, наверное, у меня зрителей, в принципе, оно максимальное количество, у меня только два прибавится. Давай, фактанул на стриме. Прям жестко так. Да, ну чтоб не с подливой, как говорится, да? Всем приятного аппетита. Ты понял, как? Номер 6 мусор. Это кто идет номер 6 мусор? Я даже не знаю, кто такой номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5. Это видишь по номер 6. Или тактика, позиция номер 6, мусор. Как тебе такое? Я в шестую даже не играю, я играю в позиция номер 5. У нас подписчик. Давай, немножко репутацию зальем, но привлечем немножко людей. А, нет, подожди, это рекламу даешь, подожди, и ты с этого, типа, потом, получается, имеешь денежку. Да-да-да. Это, помните, я тоже там прожимал эту кнопку? Мне там что-то там доллар или что-то такое капнуло. Здесь слишком много тупых стримеров, слышь? Где ты там столько стримеров нашел тупых? Не нравится и свободен. Иди, блин, погуляй на улице, я не знаю, что ты, блин, там это, заходишь людям, настроение портишь стримеров, не нравится ему там. Не нравится, иди другим займись, короче. Блин, я аж просмотрел. Простите меня, здесь есть девушки, девушки, добавьте меня. Ну вот есть тут одна плаксивая. Так, подожди, братан, почему ты не снимаешь влоги? Я думаю, это было бы круто. Ну, как-то я уже определился с жанром. Зачем мне эти влоги? Влоги это для влогеров, а я не влогер. Что мне снимать? Гараж твой? Бабочка постоянно летает перед камерой и мешает. Ну, смахни ее, ваша репутация уменьшится. Ваша жизнь уменьшится на 50%. Да и сейчас прибегут, смотри, блин. Сейчас придут зрители, не переживайте. Сейчас придут. Видел, какая игра, какой счет, блин. Кто-нибудь может что-то там мне подарить, мне подписку, пожалуйста. Так, а вот попрошайку, пожалуйста. Здесь попрошаек не любят. Так что попрошайку попрошу на выход. Тут человек сидит, стримит, развлекает людей. Людям нравится, понимаешь? Люди приходят. Хочешь подписку получить? Запускай сам стрим, не знаю, развивайся, трать на это время, покупай оборудование. Не будьте подписки. А то пришел такой, подарите мне кто-то подписку, блин. То есть стример сидит, старается, играет, ему подписчиков только два, получается, прилетело. А ты хочешь еще, чтобы тебе кто-то там просто так? Просто так ничего в этом мире не бывает, братан. Сколько ты продашь свою мышку мне? Несгораемая сумма, 5000 баксов. Меня там еще один хотел в чате купить, но... У него денег не хватило, а у тебя хватит? Смотри, у меня же максимальный счет 1000 очков. Я, короче, мега кул. О, Сипанда, у нас новый подписчик. Еще один подписчик. Спасибо вам,
Ребята, за подписки. Я же даже отвлекся, у меня счет, короче, этот подпросил. Но вам спасибо большое, большой вам респект. Пацаны, за сколько продаж мне свою мышку? Я тебе уже ответил. Выйдешь на меня? А ты что, такой знатный жених, чтобы выходить за тебя? Я, конечно, понимаю, свободная страна, свободные нравы. Но все-таки я, по-моему, мальчик, а не девочка, чтобы выходить за меня. Вы потеряете счет. Нифига, сейчас будет максимум. Так, вы получаете спам сообщений от ботов. Не вмешивайтесь. Количество новых зрителей и сообщений в чате уменьшится на 50 за весь день. И зрители вырастет на 30%. Давай вмешиваемся. Что это такое? Как называется игра? Фафа называется. Фафа. От болгарских разработчиков. Знаменитейших. Блять. Чё там? Can you play with me? I beat you easier. Ага. Типа, вы можете поиграть со мной, я побью тебя легко. Удачи, братан. У меня максимальное количество очков. Не справишься, даже не пытайся. Даже не пытайся. Надо ему ответить на инглише. You can try, but you will do nothing. Because I'm best, the best of the best in this game. And you try, will be... You'll have no sense, как говорится. Понял, как я поймал мяч? А ты так сможешь? Давай поиграем... Во что? Мактич. Я в Мактича не играю. Мактич еще не вышел. Мактич выходит в следующем году. Подписчиков 7, фолловеров 614, доход с донатов 63, доход за рекламу 2,4. Ну, 8,7. Ты понял? Опыт еще получили. Ладно, короче, что я хотел? Выключить компьютер. Очко навыков. Алчность, метаболизм. Увеличит количество фолловеров на 2%. Эй, стример. Я хотел метаболизм, конечно, взять. Чтоб меньше отвлекаться на сытость и энергию. Время час ночи. Давай энергию. Поспим. Типа, поспим 4 часика. Поедим. И продолжим спать, да? Да, сытость. Похаваем. Кому нужны все эти рестораны, слушай, а? Энергия. Вспомнить энергия, спать. 4 часа поспать. Ну и идти на работу. Тдн. Ну, сотку долларов мы получаем с работы, но я не думаю, что мы так успеем там. Давай, включаем. Включаем, стримим. Микрофон 0. А какой микрофон у нас подключен, собственно говоря? Просто интересно. Микрофон 0. А, это вебка. Господи, боже мой. Микрофон 0. В принципе, можно заказать себе микрофон получше. Можно заказать себе микрофон получше. Микрофон. Ну, типа... Блин. Ну, дорогие. Там вообще хату по-хорошему искать бы. Да. Хату было бы неплохо.
Давай ФПС, давай дальше стримить. FPS, Souls-like, давай Souls-like поиграем. Slike, Soul. Like. Slike, Soul-like, короче. Что-то такое пускай будет. Ну давай, разберемся. Ах ты ж, я понял. Блин, а тяжело. Блять. Тоже тут иногда сориентироваться. Можно иногда не успеть перейти на нужную клетку. Тут реально очень быстро надо. Угу. Сюда. Сюда. Все правильно, я вставал. Вот здесь, по центру. Блин. Ну, тут слиться можно очень легко, на самом деле, я тебе скажу так. Блять. Вот сюда. Сюда. Не, ну это жестко немного, я тебе скажу так. Сюда. Сюда. Блин, не успел. Я не понимаю пока принципа. Заметно. Блин. Что-то не выходит у меня нормально играть этот Souls-like. Слушай, я могу тут мышкой? Нет, не могу. Блин. Угу, сюда, сюда. Нет, все правильно. Блин. Пропустил одну. Они летят, блин, со всех направлений. Как тут сориентироваться? Как тут выжить? Блять, наткнулся. Черт побери, как говорится. Братан, выживаю, выживаю, выживаю. Выживаю, тяжело выживается. Ну, блин, ну я хотел сказать, справляюсь, походу не справляюсь. Сюда, да, сюда. Тихо. Так, кто-то делает DDoS-атаку на ваш стрим. Оскорбить того, кто сделал это. Репутацию уменьшится на 20%. Заходите в стрим, откройте его потом. Ну ты понял, да? Реп у меня, в принципе, много. Зрителей 42. Так пошел он в попу, а? Иди-ка ты, дружище. Пешее эротическое путешествие, как говорится. Видишь, я тут... Тяжесть. Тяжесть у меня тут происходит. Выживать пытаюсь. Тихо, 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 тихо. Вот так вот. Вот так. Смотри, уже на стрелухе прохожу. Блин, не успел. Живем, живем, пока ведет. Смотри, как уворачиваюсь. Блять. Не хвастайтесь, детишки, блин. Прожму там все пока. Не могу прочитать.
Ну что, слушай, счет хорошо идет. Это вам не шутаны играть. Так, I'm from America, это love you stream. Достаточно, не мешай мне. Это походу... Кто это вообще мог написать? Это я? Силой мысли, что ли, написал? Походу так, да? Блин, это надо было право жать. Блин. Ну, спасибо всем за стрим. Так, давай еще постримим, еще людей наберем себе. Короче, скоро у нас там подойдет к концу наша... Что это, зеленая? Это у нас энергия, наверное. Вот, и тогда мы закончим, в принципе, наш стрим, да? Не успел забайтить. Тут иногда не просчитаешь прям, понимаешь? Ну, сложно. Вот так. Блин. Ну, счет вроде пока полный. Типа, то, как я умираю, это, типа, еще в пределах нормы. Да, типа, много умираешь, но... Ну, тут хотя бы это, как не на мышку, там, блин, жать, как умалишенный, не надо. Ваши интимные места очень сильно зудят. Блядь, тут надо ходить. Все, пацаны, скоро буду заканчивать. Нужно будет покушать, поспать, приготовиться к работе. Что там? ДД. И тебе ДД. И тебе ДД. И тебе, дружище, ДД. Все. Фолловера 428, доход с донатов. Опыт в общении с чатом, подожди. 23% опыта, слушай, нормально мы соус-лайки, блин, набрали. Выключить. Навыки, навык появился. Можно, конечно, попробовать типа, больше денег, доход с работы и донатов фармить. Да давай его. Типа, пошли на работу, больше заработали. Один день до доставки. Давай, идем хаваем. Хаваем, спим, отдыхаем. Энергию восполняем. Вот так вот, прям на полную. Серьезно, счастье. А не, подожди. Восполни счастье. Ну я успею. Я успею посетить мероприятие, я успею работу посетить, да? Идти на работу. Чего там 4 часа работать? Так, сытость. Пополнить сытость. И, короче, можно эту стрим запускать. И, кстати, там пришла моя заказ мой. Инвентарь. Разместить объект. Так. Сюда. Это вот все наше новенькое. Здесь стоит, да? Ну-ка. Сборка ПК. Установить детали свободно. Установить лучшие детали. То есть, смотри, у нас видеокарта 2 и видеокарта 1. Вот уже идем ко второму уровню. Проц надо получше.
SSD. Можно три монитора вообще иметь. Ладно, что там по баблу у нас? 741. Так, ну давай ОБС. Улучшение. Стоимость улучшения 200. Переходы между ценами, панели, популярность плюс 0. Почти подписок. Блин, 2% только дают. Все, не хватает денег. Похуй, залил все на это. То подписки появятся. Но тогда мне придется, наверное, может, какую-то работу посерьезнее найти. Давай поменяю работу. Рабочий с 7 до 15. Можно и так, можно рабочим устроиться. Давай, да, рабочий с 7 утра будем работать. Принципе, чё бы и нет. Survival не хочу, Souls-like, Fight, так что Souls-like у нас хорошо заходит. Выживание. Выживание. Выживаем, смотри, как выживаем. Надо подписчиков подзафармить. Опыт подписчиков. Нам, в принципе, там обещали 500 долларов дать, да? Ну, сколько там он, по-моему, хотел? 2000 он, по-моему, просил фолловеров, короче, набрать себе. 2000 фолловеров. Ну чё, наша цель 2000 фолловеров, да? Что-то там говорят, я не вижу, соус лайк лучше, чем РПГ. Ну кому как, ну, на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Подожди твою мышку. На прошлом стриме говорил, 5 косарей, короче, зелени. Вечно зеленых. Так. Не успел, наткнулся на кончик. Пожалуй, брат зашел на ваш стрим и смущает вас, рассказывая всем истории о вашем детстве. Расскажи о его детстве. Так, опозорить своего брата, он отправляет тебе 50, чтобы ты прекратил говорить. Место рассказывает больше, количество зрителей удвоится. Рассказывая всем истории о вашем детстве, смущает вас, рассказывая, смеяться и рассказывать больше. И, конечно, 250 баксов мне бы сейчас не помешало бы, учитывая, что я хрен знает, когда меня выселят отсюда. Ну, по-моему, в скором времени мне было бы неплохо подготовиться. Казаться на улице так-то не особо хочется. Ладно, когда-то мне на работу в 7 утра, да? Так, пацаны, короче, стрим еще 3 часа. Короче, где-то 22. Мы закончим в 10 часов. До 10 стрим будет. После чего... Увы, эх, придется мне идти готовиться. Надо было стоять просто посередине и не двигаться.
Ты понял, да? Ты понял. Чё там? Какая твоя самая большая мечта? Не знаю, иметь подписчиков больше, чем у убийства, как говорится, да? Мистера Биста. Вот это будет круто. Если кто не знал, это западный блогер. Что там прилетело? Что там прилетело мне? Зрители 83. Мы развиваемся. Мы развиваемся. Слушай, ну иметь 70 зрителей на трансляции, это уже достаточно много, я тебе скажу так. При том, что типа у тебя 2210 фолловеров, то есть, ну, как подписчиков, в моем понимании. Это весьма неплохой результат, я тебе скажу так. То есть, ну, по-моему, при количестве зрителей на твоей трансляции 62 человека, ну, это надо, по-моему, иметь минимум 20 тысяч подписчиков. То есть у нас все круто, блин. Нам нужно, короче, новую вебку покупать, я так думаю. Тем более это у нас по заданию, типа поднять качество трансляции. И мне кажется, это поможет поднять качество самой трансляции на определенный уровень. Но мы сейчас без денег сидим. У нас находится другой стример. Спасибо, братан. Благодарить стримера за хост. Количество ваших зрителей увеличится на 50%. Ваша репутация увеличится на 10%. Так, зрителей увеличится на 50%. Ваша репутация увеличится на 10%. Окей. Благодарить тех, кто пришел со стримером. Количество ваших подписчиков увеличится на 10%. Все число подписок и не может быть больше 10 ваших зрителей. Ну, типа, можно и того поблагодарить, блин. Всем спасибо, ребята. Проходите, присаживайтесь, размещайтесь, чувствуйте себя как дома. Наслаждайтесь трансляцией. Все для вас, все для людей. И, конечно, большое спасибо тому, кто их привел. Так, если бы ты покрасил свой экран в серый, то он был бы серый. Так, если бы ты мог стать животным, кем бы ты стал? Соус-лайк лучше, чем РПГ. Ну, по-моему, что-то такое уже сообщение у нас мелькало. Так. 23, короче, стримим. Еще 30 секунд. То стример заигрался, заговорился. Вы его заболтали. Стример рад бы заняться чисто этим, но вы, ребята, донатили бы, конечно, побольше, тогда бы и я стримил побольше. А то не могу, надо на работу, надо счета оплачивать, все дела, как говорится. Если ты был живым, я моргнул, и ты умер. Что, ненормально, что ли? Стример живее всех живых. Все, пацаны, все. Всем спасибо. До свидос. Доход с донатов, доход за рекламу, фолловеров. Шо вы, шо вы. Может, там вроде говорил, там какое-то количество надо достичь, тогда будет все отлично у тебя. Повысить количество трансляций, переехать в свой дом, повысить количество трансляций хотя бы до 50. А вот переехать в свой дом, типа, видите, полоска справа оранжевая, типа, она все меньше и меньше и меньше. То есть у меня есть еще, в принципе, время. Энергию, давай поспим. Хорошенько, в принципе, можно Хаповицкого дать, давануть. Время у нас есть еще похавать. Есть дома. Вот, вот так вот.
Один час до работы. Продолжим мы уже в следующей серии. Вам всем спасибо. Тоже лайк, подписка. Становитесь фолловерами как-нибудь. Вот. Всем пока.